короткой, очень интересной человеческой жизнью. Я думаю, у каждого из нас есть опыт в жизни, чтобы, например, сдавать какие-то экзамены. Собираешься, приходишь, сидит комиссия, лежат билеты. Какие-то у тебя в голове там есть или нет знаний. И вот люди, которые сейчас будут решать твою судьбу. Вот так же будешь волноваться, стоять и думать, пропустят или не пропустят. Простят или не простят. Примут или нет. Сегодняшний день поставляет перед нами двух судей, двух экзаменаторов, которые будут принимать такое решение. По слову Христову, они будут судить нас. Как хорошо прихожанам храма апостола Петра и Павла приходить, обращаться, дружить, общаться, налаживать отношения с ними. Мне частенько приходилось слышать такой вопрос. А вот вы не знаете там, вот такой-такой у нас есть там член комиссии экзаменационной. А вы не слышали там, какой-то вот судья есть, а можно с ним договориться? Дорогие прихожане апостола и Петра и Павла, дорогие христиане, есть у нас такие знакомые, с которыми можно и нужно договориться. Это святые апостолы Петр и Павел и еще 10 их соратников, апостолов Христовых. Как это сделать? Ну, прежде всего, чтобы с кем-то договориться, нужно с ним дружить, нужно с ним общаться. Общайтесь со святыми апостолами. Не ленитесь открывать их послания, деяния святых апостолов, послания святых апостолов. Почитайте, что они скажут вам. А потом в молитве вы скажите им свои чаяния обо всем, что все, что волнует. И о том, что какие дети, и о том, какое здоровье, и о том, какие смятения на сердце присутствуют, какие недоумения. Вот если мы это сделаем, то за то, что мы спросили, о чем мы искренне обратились, грехи, в которых искренне принесли покаяние, они не спросят. Они скажут: брат, сестра, это уже не твой вопрос, это наш вопрос. Отвечая на следующий. Вот этим даром нужно дорожить. Конечно, это не автоматически так, что стал прихожанином храма Петра и Павла, пожертвовал десятину от своих доходов и уже думает, что все хорошо. Нет, мы же понимаем, что Господь жизнь пришел на землю не для того, чтобы мы какие-то находили входы и выходы. Он пришел на землю, чтобы стать нашим другом, чтобы мы стали его друзьями, чтобы мы стали друзьями его друзей, которые уже в его царстве предстоят. Вот все эти возможности нам щедро открывает Церковь Христова. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Сегодня очень такие тревожные времена. Как-то, когда было спокойно, мирно, ну вот, еще сказать, там еще полтора года назад, настолько было ропота на всякие мелочи, на то, что нам сегодня кажется мелочью. Сегодня у нас ропот на другие обстоятельства. А ведь были в жизни совсем недавней наших предков вообще страшные обстоятельства. И где нам найти утешение? И где нам найти какой-то фундамент, основу? В Евангелии Христовом, в вере и в примерах житий, в том числе святых апостолов. Ну вот сегодня об этом звучало в послании апостола Павла. Он рассказывает о том, сколько ему довелось претерпеть, сколько раз его били. Я думаю, что не каждого здесь присутствующих били, а его били палками. И били не так, чтобы, как родители, с любовью там отшлепают, а били так, чтобы нанести увечья, чтобы неповадно было проповедовать Христа. Сколько раз его закрывали в темницу, в тюрьму, в неволю. Сколько раз его изгоняли, досаждали. Сколько он работал своими руками. И когда читаем деяния апостольские, сколько он претерпел, когда сознательно шел на свой собственный суд, на свою смерть. Вы знаете, как он был призван к ответу, очень мудро ответил на вопросы вопрошающих и попросил суда
самого императора. И в течение очень долгого времени, через всяких правителей, властителей, его на этот суд вели. Он знал, куда он идет, что идет на смерть. Но по дороге на эту смерть он зажег верою десятки, сотни, тысячи сердец человеческих. Те, кто его сопровождали, они говорят: слушай, давай мы тебя отпустим. Но мы же видим, ты святой человек, ну чего тебе, мы тебя ведем? Мы сами готовы пострадать. Он говорит: нет, правда Божия в том должна совершиться, чтобы нам достичь этого суда и исполнить его. Вот человек великий, который будет нас судить, много что претерпел и очень много знает, что о нашей жизни. Поэтому, когда скорбим, обращайтесь. Когда недоумеваем, спрашивайте. Обращайтесь в молитве, спрашивайте в тех писаниях, которые нам открыты. И апостолы, для кого-то они кажутся какими-то великими, первоверховными, далекими. Вот батюшка Серафим Саровский близко, матушка Матрона рядышком, а они какие-то далекие. Да нет, они очень близкие. Вы помните, как в житии преподобного Серафима Саровского явились ему, когда он болел, святые апостол Петр и Иоанн, и сказали: сей от рода нашего, такой же, как мы. Вот хочется пожелать каждому и каждой, ну, желать быть таким, такой же, таким же, как они. Искренним, сомневающимся, ропщущим, но стремящимся к Господу, согрешающим, но получающим от Него прощение. И Господь, вот так же, как принял Петра, так же, как обратил Павла, так же нас тоже починит, исправит, наставит, и помилует, и спасет. Хочется пожелать всем нам не унывать. Много тревожного происходит, там болезни, там слухи тревожные, там еще какие-то обстоятельства, впереди неизвестность. Но скажу, что все это умножается на ноль. Потому что сегодня мы с вами рядом, сегодня мы, у нас сегодняшний день нашей жизни, мы за него Бога благодарим. Будет ли завтрашний, этого никто не знает. Но если мы сегодня будем унывать, роптать, озлобляться, друг друга поносить и не любить, вот это будет точно крах. Давайте с любовью, как и апостолы, друг ко другу, тем людям, которые над нами, и которые рядом с нами, и которые, как нам кажется, под нами. Со всеми будем, с любовью, подражая апостолам, общаться. И Господь придаст нам свое благословение. Пусть Господь благословит каждого и каждую из вас Божьей помощью, благословением и радостью на сердце в этот святой день. Батюшку отца Сергия благодарим за проповедь, которую он несет здесь много лет, в этом святом месте. За сотни тысяч людей, которым сказал доброе слово. И они по сей день это слово помнят. Я таких людей знаю. Говорят: о, были бы сурмане, с батюшкой поговорили, и уже там 25 лет, как вот верующие православные христиане. Слава Богу, что у вас есть такие пастыри, как сегодня здесь собрались или служат в других храмах. Слава Богу за все. И давайте поблагодарим Бога о причащении святых христовых тайн, которых сегодня многие из вас сподобились. Помолимся словами благодарственных молитв о святом причащении. Сейчас батюшки пойдут в храм, вернутся сюда с крестами, и мы все облобызаем крест нашего Господа Иисуса Христа. Слава тебе, Боже! За крестами. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!